Владимир Мулявин о России и Белоруссии. Конечно, мы настороженно все сейчас смотрим телевидение и вот видим все, вот, что происходит в России у вас. К счастью, у нас этого пока нет еще. И пока у нас более-менее спокойно. Сколько лет уже живу, там около 40 лет живу в Беларуси. Поэтому мне нравится народ, и он, в принципе, мало изменился. И мы ностальгически вспоминаем даже старые наши времена. То, что ушло. То, что ушло. То, что мы потеряли, и, может быть, даже надолго. Садись!